место занял в категории стандарт. Ермаков Роман, Карепов Григорий. Отчаянная белая Нива, которая летала по территории очень быстро. Да, и скоростной режим я соблюдал. Но мы с ребятами еще не прощаемся, я потом Романа еще вызову сюда, на эту сцену. Итак, переходим к категории «Абсолют». Четвертое место Гладких Сергей, Маливанов Сергей. Расскажи, что ты чувствовал сегодня там, в Яне, расскажи. Да. Так, третье место. Боровков Сергей, Семенов Анатолий. А где твой штурман? Не дождался, негодяй. Итак, второе место. Нечай Дмитрий, Котов Сергей.